Украине начнется церемония открытия турнира. Начну с самого именитого. Он 15-кратный чемпион России. Также ему принадлежит мировой рекорд по рубке каната. То есть вы сегодня увидите рубку каната. Вот не знаю, сколько сегодня тут срубится, но он сумел одним ударом ножа срубить 16 канатов. Это 2,5-миллиметровые канаты. То есть, представляете, примерно вот как я в поясе. Михаил Седышев. А кто еще не знает, это мой тренер. Буквально через 2 недели мы уезжаем в Германию на первенство Европы, где будут присутствовать 18 стран, как и женщины, так и дети, и возраст не ограничен. То, что на Мишель у вас происходит гимнастика глаза, и зрение улучшается. Я хочу вам представить довольно-таки радостное событие. Одна из представителей нашей Самарской школы универсального боя стала 2-кратной чемпионкой Европы, как по классическому универсальному бою, так и по лайту. Но мне очень радостно присутствовать на этом фестивале вместе со своей ученицей, которая заняла первое место по универсальному бою на чемпионате Европы. Вот. Ну, сейчас мы готовимся к чемпионату мира, надеемся стать чемпионкой мира, да? Они очень скромненько сказали, вообще все победы, которые она одержала на чемпионате Европы, были досрочные. То есть она выиграла все чисто. Она очень скромная девочка такая. Представить наших партнеров, которые нам очень здорово помогли в проведении этого турнира. Это сеть магазинов «Экспедиция» и директор самарской «Экспедиции» Алексея Белова. Всем здравствуйте. Мы сегодня представляем подарки победителям и участникам. Вот там вот наш оранжевый большой автомобиль. Сегодня всем все, что там есть, подают со скидкой 20%. Хороших вам соревнований. Всего самого хорошего. Вот. Сейчас я дочку выпью. Открывает наш турнир своими выступлениями легендарный военно-исторический клуб «Княжичи», город Тольятти. Встречаем! Тут отплывался нам огонь, командир наш храбрый воин, прокричался истокон. Наш следующий гость, который сыграл профессора Мориарти, Виктор Иванович Евграфов, заслуженный артист России. Игорь Федорович Масленников, который впоследствии снимал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», он, значит, фильм. Он говорит: вот монах Даниил. И таким образом я играл там главную роль монаха Даниила, вот, с Леной Кореневой. Это главная роль. Но, тем не менее, вот у меня в памяти, так сказать, всегда, как бы мой тотем — это лошадь. Лошадь меня привела в кинематограф, где я сыграл 25 главных ролей. И жевали они человеческий хлеб и любили друг друга. Вот. И тогда захотела лошадь сказать, что пора, что ждет человек. Но молчала она, и стояла слеза на краю неподвижных век. Сыну, вот у нас... Thank you.
хочу представить ассоциацию паркура, команду The Devils. И уже скоро будет разогреваться плов. Там стрельба из лука, тоже начинается запись. Подходите, смотрите. Через 20 минут всех милости просим на главную сцену. Начнутся соревнования по историческому фехтованию и показательные выступления. Мартынчук Олег, город Минск, Республика Беларусь. Гостеприимные представители степного кочевья ждут. Пошли Хотел бы я такой цвет. Исторически они для алкоголя. Круг. Приглашаем в Древний мир на турнир. Принимайте участие. Всегда рады вас видеть. Только с такими ножами можно выступать на соревнованиях уровня вот, чемпионата Европы, России, мира. В любом случае, всегда перед соревнованиями дается небольшая разминочка. И попросим Егора сейчас несколько ножей просто метнуть в мишень.